Позади 50 тысяч километров и 5 месяцев приключений. 19-летняя Зара Резерфорд сажает сверхлегкий самолет в аэропорту в Бельгии. Теперь она обладательница 2 рекордов книги Гиннесса. Зара стала самой молодой женщиной, облетевшей земной шар в одиночку. Также она первый человек, который совершил кругосветку на сверхлегком самолете. За 5 месяцев девушка пролетела над 52 странами и 5 континентами. Я обескуражена и пока еще не осознала произошедшего. Прилетев сюда, я просто расплакалась. Пытаюсь понять, каково это через 5 месяцев снова оказаться дома. И этот полет был нелегким, так что теперь я просто счастлива. Зара вылетела из Бельгии 18 августа. Планировала завершить кругосветку за 3 месяца. Но из-за нелетной погоды и бюрократической волокиты Одиссея затянулась. В общей сложности девушка путешествовала 155 дней и побывала в 41 стране, в том числе в России. Почти месяц провела в Хабаровском крае, ожидая подходящей погоды. Все это время ее поддерживали родители. Это было потрясающе. Эмоции, как на американских горках. Сейчас я очень горжусь тем, что сделала дочка. Это было чрезвычайно сложно, и никто не знал, добьется ли она успеха. У девушки-пилота 2 гражданства – британское и бельгийское. С 14 лет отец учил ее управлять самолетом. В 2020-м она получила лицензию пилота. Теперь планирует поступить в университет и изучать инженерию. А главная ее мечта – стать астронавтом.